Я видеозапись нажал, значит, вот сюда покажи, где резетку вставлять. Вот резетку. Вот эту резетку, пацаны, вставляют. Ну, я потом ее вставлю, она не будет выниматься. Масло заливаешь, тогда вынимаешь. Да. Вот этих две кнопочки, вверх. Вверх две кнопочки нажали. Вот этот рычажок тоже в это положение. Перевел в положение он. Вот теперь этот, чтобы был в этом положении. Рычажок в это положение, в правое. Отойди, ты сейчас еще локтем тебя ударю. Короче, поменяли мы. Запускаешь. И рычажок на место. Вот и все. Выключи, когда не слышно. Заглуши его. Глуши мотор, чтобы я не слышно будет на видео. Кнопочками заглушил. И там перевел, да, когда да нужно. Только сначала кнопочками, а потом этим, потому так, что пацаны, хоть этим. Да, хорошо. Сначала кнопочками, потом он. Пацаны, вот это вот, единственная треугольная крестовая отвертка, ее хватает. Ее снимаем, вот это. И вот эта вся крышка вылазит, она просто на, в пазы вставляется. И там внизу, ну, там отдельная фотография, там желтый будет, желтая крышечка, которая вместе со щупом, она как раз к маслу. В общем, мы разобрались, я думаю, вы помогу уже разберетесь.